Сереж, Сереж! О. Ну да, артист. Ты еще наших участников не видел. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в эфире второго сезона детского шоу-проекта «Лови звезду» от Академии кино и социального менеджмента «Эволюция». Самые активные мальчишки и девчонки нашего города смогут заявить о себе и стать настоящей телезвездой, приняв участие в съемках еженедельного отбора. А именно вы, уважаемые телезрители, сможете сами увидеть, кто из них поймает свою звезду. Итак, мы начинаем. Каждый из нас в жизни актер, и все мы играем свою роль. Но важно лишь одно – как мы это делаем. Сегодня мы познакомимся с замечательными ребятами. Они готовы поразить членов жюри своими талантами. Для ребят настал непростой день. Строгое, но компетентное жюри уже в сборе. Так давайте же с ними познакомимся. Руководитель Академии эволюции Курбангалеева Марина. Кастинг-менеджер Академии Дмитрий Ильин. А я напоминаю, в новом выпуске со мной новый ведущий. Хочешь им стать? Приходи в Академию эволюции. Ну а я пока поеду, поищу тебя. Шеф, трогай! Желаем ребятам хорошего настроения и, конечно же, победы. Камера, мотор, мы начинаем! В этом мире мы все словно дети, верим в чудо и сказочный ветер. Протяни свою руку планете, дотянись и поймай свой билетик. Ведь свой шанс никогда не упустишь, яркий свет в свое сердце ты спустишь. И как только звезду ты поймаешь, вместе с ней в этот миг засияешь. Лови звезду и следуй за своей мечтою. Будь самым лучшим и светлым летом и зимою. Лови звезду, будь ярче, люди верят в чудо. Поверь в себя, стать звездой не так уж трудно. Участниками сегодняшнего отборочного тура в направлении актерское мастерство стали лучшие студенты Академии эволюции. И каждый из них надеется, что наша звезда прилетит именно к нему. Итак, наш первый участник – Султан Азат. Я буду, купи, купи меня. Ну, купи. Хорошо. Что ты делаешь? Любимый актер и почему? Арнольд Шварценеггер, потому что он очень крутой. А как ты думаешь, ты похож на него? I'll be back. А мы встречаем следующую участницу, Бобер Валерию. Да, алло, это кто? Максим? Привет. Да, смогу. Хорошо, пока. Блин, полчаса осталось, полчаса. Да. Привет. Как? Почему? Ну ладно. Да, занята, тем более. Ага, пока. Дура! Ты принимала участие в съемках ранее? Нет, это моя первая съемка. Мне очень все понравилось, но было волнение. А сейчас на сцене Абазова Елизавета. Thank you.
любимый актер и почему? Актеров много любимых, но мне нравится Иван Охлобыстин. У него необычная манера играть. На съемочной площадке оказались самые талантливые ребята нашего города. И каждый из вас может увидеть, на что они способны. Листопад, листопад. Птица звонкая, певица, прилетай к нам поскорей. У Каморья дуб зеленый. Упала капля, не дождевая. Здесь Снегурочка живет. Дорогие ребята, сегодня ваши актерские этюды – это первый шаг на пути профессии актер. Мы желаем вам успехов, удачи и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Наши актеры показали отличный уровень мастерства. Я помню их на кастинге еще совсем неумелыми и очень рад, что они стали студентами нашей академии. Приходи и ты! Ты поймал звезду! Как ты себя чувствуешь? Было очень неожиданно, и я в шоке. Дорогие друзья, все роли сыграны, звезда поймана. А ты хочешь оказаться на настоящей съемочной площадке? Хочешь показать своему городу, на что ты способен? Тогда торопись к нам. Приходи на бесплатный кастинг, не упусти свой шанс. Академия кино и социального менеджмента ждет именно тебя. А уже на следующей неделе мы окунемся в мир красоты, грации, где юные начинающие топ и фотомодели будут зажигать. Будет классно. До встречи в эфире. Кто из выступающих понравился тебе больше? Мне очень понравилась Лера, она веселая и классная. Мне очень понравился Азат, он очень крутой. Мне понравилась Лиза, у нее очень красивые яркие волосы. А вы хотели бы стать участниками шоу?